Всем привет! Решила снять такое импровизированное видео с нашей новой каморки. Мы более-менее здесь расположились, конечно, работа еще. Мама, не горюй! Но у нас заказ на новый проект. И мы, конечно же, все оставили и начинаем делать. Заказали нам фотозону. Фотозону вот в таких тонах. Покажу вам эти розочки. То есть вот такой цвет роз. Ну, он такой прям слоновая кость, прям конкретная. Можно вас поближе? Будут вот такие ранункулусы. Ну, понятно, белые ранункулусы. Ну и, конечно же, куда же без наших загогулинок. То есть понятно, что когда я уже эту фотозону сделаю, я обязательно вам сниму видео. Немножко хочу вам поделиться рабочим процессом. То есть понятно, да, на что мы ее фиксируем? Вот. Вот так вот мы нарезаем листочки из нашего фомчика. Придаем этим листочкам формочку. Формочку придаем, конечно же, фенчик. Что-то у меня все ласкательное сегодня. Потом мы эти формочки на вот эти дюбеля. Дюбеля я, конечно же, беру белые. Они продаются вот так вот пакетами. Ни для кого не секрет. Вот, их достаточно много. Беру именно белые. То есть они есть зеленые, есть оранжевые. Все-таки белые. И помешано на белом, поэтому белые. Вот. То есть вот мини-заготовочка. И вот такие будут розы. Конечно же, розы мы делаем разного размера, разного диаметра, разной высоты, чтобы в фотозоне оно... Когда вы будете делать, допустим, стену, обязательно обращайте внимание, не делайте все розы, либо все цветы одного диаметра, либо одного размера, они будут смотреться ужасно. В общем, если кому-то будет еще полезна вот такая информация, бесплатно сниму для вас видео, пишите там в комментариях, Томочка, снимите видео, как это делается. Готовую фотозону точно сниму. Похвастаюсь. Чего уж тут, да? Все мы хвастаемся хорошими какими-то проектами. А если кому-то еще остаются вопросы по поводу вот этого, то пишите в комментариях. Ну вот, смотрите, вот он хомутик. Вот мы его сюда. И потом мы хоп и зафиксировали. Ну, в общем, если надо будет, мы, конечно, снимем мастер-класс бесплатный. Я могу сказать, что когда мы делаем работы, и наша уже готовая, то есть мы, ну, нам надо сделать очень много таких роз. Около 40 штук только этого цвета. Будут еще вот эти забубеньки наши. И будут еще ранункулусы. В общем, цветов, конечно же, много. И, конечно же, чтобы они не пылились, я из всех упаковываю вот такие пакеты. Для меня очень важно, я заморачиваюсь по этому поводу, человек должен получать чистую работу. Какое бы у вас ни было чистое помещение, пыль никто не отменял. Поэтому, ну, я заморачиваюсь по поводу чистоты. Поэтому у меня все цветы будут вот в таких. Мы потом их в коробки положим. Но когда их немножко, то мы их в пакетике. Ну что, похвалюсь, что немножко наделали ранункулусов сюда. Ну, конечно же, это все светится. Что, зажечь, что ли? Ну, сейчас зажгу. Сейчас свет выключу и зажгу. Конечно, не очень будет сейчас видно, потому что еще день. Как-то так. Зажигаем наши светильнички для всех. Так. Ну что, рассказать вам еще маленький процесс, что у нас тут вообще творится в нашей студии. У меня здесь ребеночек, который смотрит в телевизоре мультяшки. Второй ребеночек снимает, потому что котенька у меня на работе. Остатки моего гофре. Очень мало, мало осталось, очень мало. Будем заказывать, потому что это, конечно, ну что здесь, два заказика и капец, гофре нет. Ну и пойдемте в бардак, чё уж. И залом. Вот так вот. Бардак. Ну, до всего руки дойдут. Кстати, фотозону я буду делать. Вот, обратите внимание, можно вот раз вот этот бардак. На вот это.
поближе подойдите, чтобы вот они увидели. Вот на что я буду делать. Никакие вот эти, никакие. Вот на вот это. Покажу вам потом. Ну, то есть, если будет актуально, если будет интересно, то задавайте вопросы, и обязательно вам сниму. Ну что могу сказать? Соскучились? Я тоже соскучилась очень-очень сильно. С любовью ваш.